Итак, это зомбобургеры. О, да, приготовьтесь к замесу. Почему они нас так ненавидят? Я думаю, это вроде как их фишка. И снова здравствуйте, Шапито Бургер. Вы пожалеете о дне, когда подумали о съезде. И мы тоже пожалеем. Не-не-не, только они пожалеют. Нам лучше бы ни о чем не жалеть. Мы не можем как-то, не знаю, жить дружно. Звучит вроде куда круче, Стив! Правда? Стив! Стив! А я тут принес тебе подарочек. Вот этот рюкзак. Сможешь таскать свои бургеры, как крутой Стив. А мне он вообще нужен? Да, конечно нужен. Конечно, детка. И я решил, что нам пора помириться, Стивен. Я стал слишком стар и слаб. Теперь я сама старость. Я другой. Я старше, миролюбивее. Я просто старпёр, Стив. Я стал настолько стар, что мне выросла бородень, и я раздаю рюкзаки. Босс, а вы в каком году родились? Никогда. Никогда не спрашивай. Какое благородное предложение. Стив, глянь. Ля, какой рюкзачок. Он тяжелый. Я напичкал его бургерами. О, клёво. Ладненько. Нам с пацанами пора сваливать. Конференция по бургерологии через 20 минут. Явка обязательно. Звучит жизненно важно. Что скажешь, Стив? Может и нам вкатиться? Ладно. То есть у вас, ребят, тоже просто стиль такой? Естественно. Да, то бишь, вы просто обычные люди. Просто выполняем свою работу, мой милый клоун. Но вы в нас из пушки стреляли. Здравая рабочая конкуренция. Готова поклясться, вы что-то говорили про день моей смерти. Божечки-кошечки. Да я же просто в образе была, камон! Пока мы на работе, босс заставляет нас вести себя так, словно мы злые анархисты. Допускаешь ли ты, что это мой повседневный лексикон? Ален, да ты же постоянно так говоришь. Немыслимо. Это голос моего амплуа. А это мой подлинный голос. Эй, вы! Что за сплетни за моей спиной? Вы что, выдаете фишки моей фирмы? Не слушайте, не верьте ни единому слову. Они все клоуны и ни слона не знают. Кроме манипуляции субъективщины. Стив, как и рюкзак, нормально сидит? Он жесть какой тяжелый. Ну ты отлично выглядишь, приятель.